Дождь идет. Возьми плащ. Проглоти. Ты святое место осквернила! Боги тебе этого не простят! Ты нам тут не нужна, ведьма! Ты всегда умел расположить к себе людей. Они меня спровоцировали. Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар-Ипсиса, специалиста по джинам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. Я тут порасспрашивала о нем. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Известно, что с ним стало? В последний раз его видели у побережья Хиндерсфьяля. А потом разразилась буря. Самая сильная за 100 лет. Значит, он пошел на корм рыбам. Не факт. Я должна понять, что с ним случилось. Зачем? Ты его знала? Нет. И меня интересует не он, а его джин. Думаешь, у этого чародея был джин? Так, по крайней мере, следует из его книг. Он описывал, как обуздал джина и как черпал энергию из его силы. Будь у него джин, буря была бы ему не страшна, он же мог произнести желание. Возможно, у него не осталось желаний. Или случилось что-то неожиданное. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джины обычно очень опасные и всегда злобные. Я помню. Но игра стоит свеч. Подчинив его, я получу огромную силу. А она может нам пригодиться. Ну хорошо, и чего ты ждешь от меня? Что ты поможешь мне найти джина. Золото в награду я не обещаю, но ты можешь рассчитывать на мою признательность. Раз ты так хочешь, хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждет лодка. Пойдем. Вижу, ты все уже приготовила? Ну да. Откуда ты знала, что я соглашусь? Я не знаю, но решила рискнуть. Ярлу представь. Он здесь властвует. Надо тебе подольше нас. Веди. Хоть раз бы взял инициативу на себя. А ты бы позволила? Зависит от обстоятельств. Такой ли ты крепкий, как выглядит? Корабль с джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над островом корабля. Ну, тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А я могу отказать? Нет. Что-то я не уверен, что мне нравится затея с джином. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, тогда Лютик чуть не лишился голоса. На счастье, его спас твой экзорцизм.
Ага. Откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отымей себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желании. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты сможешь дольше продержаться под водой. Эсат эйх кридери фаун. Готово. Осторожней. Я не читаю твои мысли. Это просто телепатия. Кстати, тебе есть что скрывать? Если бы было, я бы тебе не сказал. Видишь что-нибудь интересное? Здесь остров корабля и какая-то пещера. Сейчас посмотрю. Мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигура клана Друманд. Это не тот корабль. Возвращайся.
Куда ведет след? А когда мы найдем Джина, что ты будешь делать? Попросишь новое корыто, потом высокий терем, а потом захочешь стать вольной царицей? Мы по-прежнему говорим о Джине или уже о Золотой Рыбке? Неважно. Оба исполняют желания. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш джин. Я нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Попробуй осмотреться. Что-нибудь должно указывать на то, что это корабль чародея. Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рог с родовыми символами клана Хаймэй. Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рог с родовыми символами... Я кое-что нашел. Батлер со Скеллиги, со знаками клана Хаймэй. Это род донора. Когда этот щит здесь оказался, донор еще пачкал пеленки. Этот дракар принадлежал клану Димон. Сомневаюсь, что перед ним этот корабль принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжим поиски. У тебя получается все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали золотого дракона и нас сбросило с дороги обвалом? Я держался за сорванный мост, и ты повисла меня на поясе и наслаждалась видами, помнишь? Внизу была чудесная пропасть, шумели деревья, журчал ручеё. Помню, помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Странные какие-то скалы. И кажется, что-то есть на дне. Я проверю. Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита. Я должна на это посмотреть. Все-таки решила намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Эй, суфальте бейдем. Айн эйх теливайт. Это не метеорит. А что же? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Я всегда говорил, что порталы — штука опасная. Кажется, мы на верном пути. Ищи что-то, в чем могли запереть джина. Хорошо, только оставь уже в покое мои глаза. Здесь мало места для нас двоих. Эй, суфальте бейдем. Айн эйх теливайт. Серебро, столовые приборы, украшенные жемчугом. Этот корабль принадлежал какому-то богатею. Амос был не из бедных. Вполне возможно, это его корабль.
Кто-то перерезал эту корзину ровно пополам. Кости таза разрезаны поперек, разрез хирургический. Никаким оружием так не сделаешь. Возможно, то же самое перерезало корзину. Джина здесь нет? Это определенно тебе понравится. Что? Половина печати. И правда? Возвращайся наверх. Только половина. Она хоть как-то поможет? Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до 20. И где вторая часть, там должен быть и Джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет 3. Нет, только не портал. Не ной. Раз. Два. Сказала насчет 3. Ну да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши. Сначала объясни, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем тебе этот джин? Ты уже знаешь, сила джина бесценна для чародеев. Именно поэтому я хочу узнать, как ты собираешься ее использовать. Ты не стала бы тратить столько трудов просто так. Да, это важно для меня. Очень важно. Сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость джина. А, вот в чем дело. И про мое последнее желание. Ты попросил джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Зачем тебе это? Чтобы узнать, что случится. Будем ли мы по-прежнему важны друг другу? Или станем чужими? Я тоже много раз думал об этом. Вот видишь? И теперь мы в шаге от того, чтобы узнать правду. Пойдем, обыщем корабль. Чудак, это Тамос. Он пожелал, чтобы джин перенес пол корабля на вершину не горы? Не обязательно. Джинны по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать. Надо осмотреть корабль. Здесь искать нечего. Ничего интересного. Любопытно. Мощь первоэлементов Джан Батиста. Thank you.
Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто выбило. Ну, посмотрим. Должно быть, здесь чародей спал. Здесь искать нечего. Здесь ничего нет. Кого-то тащили по земле, или он сам проехал, когда палуба внезапно перевернулась. Ян, кажется, тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге. Только с проломленной головой. Это Джин его так отделал? Нет, он бы не напал на господина. Больше похоже на несчастный случай. Когда разразился шторм, Амос, наверное, произнес желание в стиле... «Забери нас отсюда хоть на вершину горы!» И Джин исполнил желание дословно. Потом случилась жесткая посадка. Амоса вырвала из башмаков и швырнула о стену. А книжная полка довершила дело. Я всегда говорил, что избыток власти убивает. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Воля! Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Отойди-ка. Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Каин Джин, гвиф каисте аэм виха. Каисте аэ дисглейр, гверит микасе. Сколько мне еще ждать? Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас? Только Джин может...
может снять заклятие другого джина. Сними его, и будешь свободен. Буря утихла. Да. Все кончилось. Может, сядем? Ты что-то бледновато. Вовсе нет. Ну, почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала. Со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали джина, но все-таки. Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устала. Спасибо, что пришел со мной. Одной мне пришлось бы тяжко. Никогда не мог тебе отказать. Может. Может, теперь это изменится. А ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что что-то изменилось? Я ожидала, даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком. Что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Может, джин нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя. Ай, ты чего? Это чтоб не было слишком сладко. Странно. Мы делали это уже столько раз, а у меня ощущение, будто это был первый поцелуй. В определенном смысле так и есть. Кроме того, после слов «я тебя люблю» поцелуй должен казаться другим. Может, испытаем еще кое-что? У Амоса вполне уютная каюта. Геральт, не пережимай. У нас будет еще масса времени на уютные каюты. Думаю, мир не рухнет, если мы тут немного посидим. Здесь красиво. Угу. Духи Скеллиги благоволят нам. В следующий раз поедем верхом. Лошадь с такой кручи не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Надо представить рапорт императору. Цири наше дело, и только наше. Может и так. Но не об этом мы договаривались с Ингиром. Мы обязаны с ним встретиться. Не собираюсь перед ним отчитываться. Я тебя и не заставляю. Йен, то, что случилось... Было очень приятно. Давай не будем все портить и копаться в деталях.
Я к барону. Заберу у него Уму, потом вместе с ним поеду в Каэр Морхен. Я присоединюсь к вам, как только смогу. До свидания. Береги себя. Чуть курицу не зарезал. Ты что, ты гумора убивать? Пощады. Рори, не жри столько. День хвали вечером. Потому... А мой отец ждет черт. Человек. Это его новая пленница. А ты дрался с драконом? Ты пришел издалека. Хиндаль хранит клан Тиш. Великая могущественная... А ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Я бы мог у вас спросить то же самое. В таких местах часто селятся трупоеды. Ну да. И они становятся все наглее. Вылезают, даже на живых набрасываются. А мы их перебьем. Очистим шахту своим оружием, своими руками. И покроем себя славой во имя наших отцов. Я ведьмак, мог бы пойти с вами. И забрать у нас славу? Как бы не так. Зачем вам слава, если гули будут голодать ваши кости? Ну, в общем... Может, ты и прав. А, ну ладно. Тогда иди первым. Эй, а ты куда? Зараза, сдохну сейчас. Let's go.
вернулся. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Бля, дохнут как мухи. Эй, а ты куда? Что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Эй, а ты куда? Придурки. Да пошел в жопу. Воняет трус. Ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Эй, а ты куда? Yeah.
мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Хорошо. Этот последний. Надо вытащить оттуда трупы и сжечь. Другие гули не побрезгуют мертвыми товарищами. Правда. Хорошо, что ты с нами пошел. Видно, тебя хранила Фрейя. Мы тебе до гробовой доски будем благодарны. Благодарностями все разбрасываются, а вот деньгами не то чтобы. А, ну да, верно. Прости, мы все еще не отошли от схватки. Как ты их рубил? Возьми вот. Спасибо. Всего доброго. А для врагов топор. Помни об этом.
похоже на кровь, но... Это красная глина. А, такой глиной накеры воины отмечают свое место в стае. Похоже, накерами управляет какое-то разумное существо. По крайней мере, оно умеет ставить примитивные ловушки. Следы ведут в лес. Хорошее место для гнезда. Накеры выработали иммунитет к токсину, и яд защищает их гнездо. Умно. Наконец-то. Главное гнездо.
Кажется, у меня появилась компания. Thank you.
Но! Понимаю. Здравствуйте, я увидел объявление. А мне говорили, зачем вешаешь? Уже никто на чудовищ не ходит. Вы же по-моему. Убил я ваше чудище. Фрей, милосердный. Сдох, ублюдок, наконец-то. Фу. А теперь рассказывайте. Тяжко было. Подлечить вас не надо? Нет, все в порядке. И правда, человек вы привычный. Непростое ремесло это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйте, это вам. Спасибо, будь здоров. А чудовищу было это больно, когда... Прямо в глаза! Чтобы было больно. Наконец, перестанешь повторять всякий вздох. Поверил.